выставочном зале Государственной академии художеств Туркменистана состоялась церемония открытия ежегодной творческой выставки выпускников и студентов вуза. В этот раз тематика выставки была связана с 300-летием со дня рождения поэта Махтумкули Эфраги. На выставке были представлены произведения ювелирной живописи, графики, скульптуры, коврового искусства и керамики, связанные с жизнью и творчеством Махтумкули. Примерно 370 студентов показали более 400 экспонатов на данной выставке. Вниманию посетителей также были представлены новые работы и проекты в области архитектуры и дизайна. Также в рамках мероприятия состоялся показ туркменских национальных платьев. Сегодня проходит очень красивая выставка, которая посвящается нашему Махтумкули Эфраги. Эта выставка очень вдохновила меня. Образ Мингли, как мы ее представляем, какая она была красивая, как наш Махтумкули Эфраги занимался ювелирными изделиями. Это меня очень вдохновило, и также я использовала ювелирные украшения в платьях. Моя миссия – передать нашу историю на наше время. Это менять стиль, образ, но наша история остается. Ежегодная творческая выставка выпускников и студентов Государственной академии художеств Туркменистана проводится с 2016 года.